Всем привет, дорогие мои друзья, хорошего вам настроения, с вами Рэй, мы продолжаем играть в игру «Спецназ против зомби». Так, я надеюсь, у нас с вами сейчас есть какие-нибудь ящики, которые мы можем открыть? Ну, как вроде бы, да, есть, и это хорошо, давайте посмотрим, что нам здесь выпадет. Так, 419 монет, замечательно, звезда, две штуки, отлично, огнеметчик нам достается. L96, это снайперская получается, так, пистолетчик и... бейсбольная бита. Последняя карта у нас FF2. Это, по ходу дела, огнемет. Четыре карточки. Замечательно, ребят. Так, ну что же, здесь у нас... так, операция поиска. Давайте, наверное, быстренько пробежимся ее. Может быть, заработаем и смотрим. У нас здесь ежик, строитель, чувак, который... так, и как мне сказали ребята, что вот от этих чувачков, которые у нас стреляются гвоздями, очень хорошо помогает щит. Поэтому я, естественно, буду вот это убирать и щитонос ставить. Так, давай, не капризничай. Так, смотрим, что у меня в результате получается. Угу, прут, дубинка, щит, автоматчик и снайпер. Я думаю, что этого более чем достаточно, чтобы пройти эту миссию. Поехали, ребят. Так, значит, здесь у нас ящики. Я боюсь, как бы здесь не было кислоты. Ну, будем надеяться, что ее здесь не будет. Так, пошел у меня первый. Сейчас сюда мы выставляем прута. Давай, прут. Что там? О, даже ящик мы с вами получили. Щитоносец. Хотелось бы, конечно, поставить. Но нет пока свободных у нас мест, куда можно было бы его влепить. Вот, ребята, о чем я вам говорил. Уже бежит этот у нас ежик. Надо его по-быстренькому расстреливать. Давай, строчи. Блин, снайпера возьмем тогда уж. Как говорится, в помощь себе. Так, строитель пошел отсюда. Ой, ты смотри-ка, он у меня здесь один не справляется. Давайте ему поможем. И ящики уже будем разбивать. Давай, автоматчик, строчи. Мы поставим вот сюда, ребята, щитоносца. Потому что сейчас уже будут чуваки идти. Да, вот они пошли. Которые будут расстреливать моих ребят. И мы этого не должны позволить. Ни в каком порядке, ребята, абсолютно. Да пошли вы отсюда, стреляют уже. Вот. Пошло, ребята, дело. Так, собираем монеты, не забываем про это дело. Ты посмотри, они здесь уже устроились, как у себя дома, а? Охламоны, блин. Здесь-то как же так? Надо еще одного снайпера взять, на всякий случай. Так, здесь у нас сварщик, это плохо, ребята. Сварщик очень хреново, потому что мы его прострелить не можем, как вы знаете. Да что ж такое-то? Ладно, поставим сюда еще защиту. И будем вот этих вот уже шлепать с вами. Так, это что, волна еще тут? Ух, ё-моё. А, ну да, ребята, их тут две волны будет. Вот они бегут. Бегут, архаровцы. Иди отсюда. Так, нужно заменить, ребята, больных на здоровых. Так, давай-ка тебя тут... о, что там, собака, что ли, мне показалось? Нет. Это, ребята, мне показалось. Ты посмотри, какая здесь волна идет. Воу-воу-воу-воу-воу. Тихонько. Давай-ка вот так сделаем. Слушай, ребят, ну что я могу сказать? Мы прошли с вами. Причем довольно хорошо. По-моему, никто у нас не погиб. Или же я просто не заметил. Ну, сейчас все покажет. Так, смотрим, раз, два, 92%. Ну, ладно. Главное, что мы с вами получаем все-таки этот ящик, ведь так? Да, и давай смотреть, что у нас тут. О, 713 монет, то, что нужно. Плюс 2 пояса, дубинка 2 штуки. L1 тоже 2 штуки. И СВДшечка одна штука. Так, рукавицы. Ладно. Так, не будем мы ничего пропускать. У нас мало звезд. Итак, 12 штук. Кстати, да, я забыл совсем. А я активировал следующий-то ящик? Конечно же нет, ё-моё. А мы сделаем вот так вот с вами. Быстренько их будем открывать. 126 монет, одна звезда и рукавица. М5К. Ладно, давай тогда следующий. Откроем. Мы заодно с вами, ребята, освободим ячейки для следующих ящиков. Железный прут. Угу, это уже хорошо. И последний у нас тут ящик. Давайте смотреть. Монеты, рукавицы, прицел и антидот. Да, ничего хорошего, конечно, за этих ящиков не падает. Но все-таки. Так, ребят, мы с вами остановились где? На аэродроме, так? Аэропорт. Так что будем, пожалуй, его и продолжать. У нас 6-я миссия. У нас здесь, ага, туристы.
Ага, здесь у нас собаки. И, как я помню, вот эти вот дурачки, которые летят на шариках. Мы, кстати, с вами их еще не смотрели, даже не знаю, что они делают. Но здесь кислота есть, поэтому нам нужно вот так вот, ребята, брать чувачка, который будет очищать кислоту. И придется, наверное, да, ребят, брать барьер. Слушайте-ка, если здесь вот эти вот на шариках, у нас только ближний бой. Скорее всего, нам нужно взять одного автоматчика. Но вместо кого? Вместо прута или вместо дубинки? Вот тебе и незадача, а. Сколько нужно для открытия? 250 звездочек. 139 рублей. Нет, не хочу тратить, ребята, деньги. Блин. Может быть, убрать... Даже не знаю. Давайте попробуем сделать, наверное, вот так вот. Посмотрим, что у нас из этого получится. Не прокатит, так придется тогда другую тогда тактику выявлять. Так, у нас с вами три дорожки. Поехали. Единственное, что стоит очень дорого, у нас этот пруд. Вот этого я и боялся, ребят. Я так и думал, что здесь сразу кислота. Ладно, давай, пруд, выходи. Оу! Погоди. Что же вы так... Что же вы так быстро? У меня, ребята, даже откат еще не успеет произойти. Да давай ты быстрее. Автоматчик. Давай мы тебя сюда поставим. Так, и прута тогда вот сюда влепим. Так, здесь мы сделаем зачистку. Ну быстрее, пожалуйста. Ну что ж ты делаешь-то так долго все это? Ай, зачем нам перегородка там? Нам она не нужна, ребят. Надеюсь, он не сломает. Фу, вроде бы успели. Так, вот, ребята, вот он этот чувачок на шарике у нас летит. Сейчас мы заодно и посмотрим. Вот я ставлю преграду. Так, я не пойму, он ломает или не ломает что-то. Ничего здесь особого такого не происходит. Вот собаки, ребята, у нас тут прыгают. Не могут перепрыгнуть, как мы видим. Ах, ты, что ж ты будешь делать? Вот здесь вот бежит собака, ребята. Успею я? Нет, по-моему, не успел поставить преграду. Да что ж тут вообще происходит? Я не могу понять, как вот этих вот с шариками бомбить? Что-то я совсем тут потерялся, если честно. Какая-то волокита здесь у нас происходит. Не могу понять, что к чему и почему. Так, давай, давай, стрелок. Вот сюда еще одну преградку мы поставим. Да. Надо было здесь, наверное, ребята, мне все-таки... брать. А что он завис, я не могу понять. Что-то все как-то подзависло. Он даже ничего не может сделать. Странно это все. Давай сюда вызовем прута. Вот сюда поставим еще одну перегородку. Что там происходит, не пойму. Кто там гибнет-то у меня? Так, кислота, да? Здесь у нас кислота. Надо ее, естественно, ребят, зачищать. Вызову я вот сюда, пожалуй, снайпера. И вот эти вот шарики будем... Ах, вот оно что. Все, понял, ребята. Кислота появляется только тогда, когда я уничтожаю шарики. А так они абсолютно ничего не могут сделать, даже пройти. Так, поэтому есть резон, ребята, их уничтожать заранее, чтобы они не успели подойти к моей базе. Вот так. Хорошо. Ну, тогда, ребята, это терпимо еще. А вот то, что там собака, конечно, это хреново. И то, что вот тут вот у нас, как мы видим... Ага, вот она. Приземлилась и начинает... Так, погоди-ка. Вот эти вот... Да что ты делаешь-то? Ой, пролетает-то, по-моему, ребята. Дай-ка я ее подобью. И вот этих вот тоже. Здесь, конечно, нужно кислоту подчищать, ребята, в любом случае. Так. Сложновато, конечно, все это будет дело сделать. Но мы прошли с вами. Ну, естественно, ребята, не на 3 звезды. Очень хреновенько. На 2. Но я кое-как простоял. По крайней мере, я знаю, что теперь делают вот эти вот у нас зомбари, которые летят на шариках. Так, что у нас? 210 монет. Ага, магазин и револьвер. Также нам достается разморозка. Все, ребята. Сколько у нас с вами получается денег? 4655. Я, наверное, скорее всего, что-то могу улучшить. Ну-ка, СВД-шку я смогу. Я могу самого снайпера улучшить. Давай тогда мы это сделаем. Так, а что у нас по дубинке? 3200. Блин, у меня уже практически денег-то нету.
Хорошо, ладно, ребят, давайте тогда с вами, ну, наверное, переходить уже на 7 уровень. И все-таки надо было мне, наверное, ребята, вот это вот поменять. Нет, вот эту мы оставим. А вот это мы поменяем, скорее всего, на дубинку. Я думаю, что она все-таки эффективнее. Она и дешевле стоит, во-первых. Ну и, во-вторых, он бьет быстрее. Все. Получается у нас автоматчик, снайпер, очиститель. Ну и преграда, естественно. Так, у нас те же самые зомби остаются. Так что поехали, будем смотреть, как у нас все это дело будет происходить. Гоу, как говорится. Так, опять же, три дорожки. Ага, начинается сразу у нас с кислоты. Так, этот охламон бежит, ладно. Мы сюда сейчас поставим дубинку. Это понятное дело. Так, вот здесь надо зачистку сделать. Блин, ё-моё. Все-таки нужен еще пруд. Блин, не успеваем мы, ребята, с вами как-то вот все это сделать. Так, здесь зачистку сделаем. Автоматчика мы поставим, наверное, вот сюда вот. На верхний ряд. Блин, на верхний ряд. А, нет, все нормально, ребят, все хорошо у нас получается. Так, автоматчик бомбит. Не забываем собирать монеты и ставить сразу же перегородки. Смотри, 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 какая толпучка здесь, ребята, бежит уже. Ай-яй-яй, внизу у меня как-то не защищено нифига все. О, ты посмотри, он прошел. Какого лешего ты... Как ты умудрился, гад, а? О, плохо. Это плохо, уже и собаки бегут, ребят. Срочно сюда ставим перегородку. Ёлки ты палки, что ж тут происходит, а? Что же тут сейчас будет, по-моему, заваруха еще-то, ребят? Ха-ха-ха. Хорошо, надо вот сюда еще, наверное, поставить нам. Или вот сюда лучше. Ой, блин. Ладно, убрал так убрал. Давай сюда еще одного спецназовца. Честно говоря, мне здесь пригодился бы больше, наверное, автоматчик. Так, давай вот сюда автоматчика поставим. Пускай он их бомбит. Наверху перегородка стоит. Надо менять ее, ребят. Так, и вызывать снайпера. Блин, да что ж тут за суета такая, не пойму я. Кто что где делает. Давай, автоматчик, бомби. Такая заваруха. Так, этот упал. Понял, ребят, кислота здесь вовсю разгуливается. Поэтому мои солдаты, как говорится, погибают. Ровно на пустом месте. Выставляем сюда. Вообще-то, ребята, только сейчас я понял, что перегородки надо было ставить спереди все-таки, а не сзади. Давай там зачистку попробуем сделать. Знаете почему? Потому что когда они упираются, вот эти вот дуралеи на шариках, по-моему, сейчас тут пробьют, ребята. Пробьют проход. Уже, по-моему, пробили, да? И эти полетели. Да, ребят, здесь мы проиграли. Слили, грубо говоря. В общем, смотрите, в чем фишка. Когда вот эти вот на шариках летят, они долетают до конца моей дорожки. Естественно, когда мы их подбиваем, получается кислота. Там у меня обязательно кто-нибудь стоит. Вот, начинает бить, попадает в кислоту, умирает. Соответственно, они разбивают перегородку и пролетают дальше. Если перегородка будет стоять на передних позициях, то они будут в нее врезаться, падать заранее здесь. И только после этого мы сможем с ними легко разобраться. Вот так вот и надо будет, ребят, сейчас поступать. Заодно она будет задерживать зомбарей. Так, давай сюда выходи. И да, и вот единственное, что не хватает все-таки мне прута здесь. Как ни крути. Может быть, даже автоматчика можно убрать. Здесь он как-то не вписывается. Нам достаточно будет, наверное, и снайпера здесь. А мне почему-то так кажется. Я могу, конечно, и ошибаться. Но надо попробовать. Надо попробовать. Вот, например, у нас снайпер. Сейчас мы это дело проверим. Перегородки мы ставим вот сюда. Не будем ставить с вами далеко. Так. Пока вроде бы неплохо. Здесь уберем кислоту. Вот этих вот уничтожим. Кстати, вот этих вот летунов сразу надо уничтожать заранее, чтобы они лучше там падали. И кислота... Ах, ты все равно мой почему-то попадает. Ладно, зачистку мы здесь сделаем. Уже, ребята, бежит волна. Уже волна бежит. Так, ладно, мы попробуем, конечно, здесь простоять. Я не знаю, как у нас тут все это дело получится. Так.
Главное не забывать вот эти вот монетки собирать постоянно. Вот, пускай кислота будет там. Как говорится, в безопасном для нас месте. Да идите вы в баню. Так, и вот здесь поставим защиту на всякий случай. Воу-воу-воу-воу-воу, какого лешего, как она пролетела, ребят? Дед... не успел. Не успел немножечко. Так, ладно, хорошо, давайте еще раз переиграем. Блин, совсем... Да что ты будешь делать-то? Не хочу я ничего, достали вы уже. В общем, я здесь убираю, ребят, автоматчика. И ставлю все-таки обратно я прута. Все, в принципе, нормально. Сейчас должны с вами затащить. Но как-то неуспеваемый и прут, и этот, все нужно нам. Здесь мы сделаем зачистку. Так, сюда я сейчас вызываю прута. Нет, дубинку вот сюда я вызову. Наверх вызову прут. Так, давай-давай быстрее. Отлично. Все, здесь мы зачищаем. Ставим сразу же перегородку. Вот здесь именно. Еще одного дубинку. Здесь зачистим. Так, хорошо. Пока вроде бы неплохо, ребята. Так, и вот сюда еще одну дубинку поставим. Вот они уже летят, эти говнюки там на шариках. Что не есть хорошо для нас. Давай-давай, мне нужно, ребята, на снайпера накопить. Блин, уже волна едет, а. Да что ж ты будешь делать-то? Ну что, чуть-чуть совсем не хватает мне до снайпера, ё-моё. Вот он, ребята, появляется у нас. Уничтожаем. Так, собак этих всех тут. Кого не попадя. Так, здесь сразу сделаем зачистку. Так, пока неплохо, ребята, пока неплохо. Вроде бы выстаиваем. На шариках, естественно, надо сразу уже уничтожать. Жалко, конечно, что они не разбиваются, они идут. Как говорится, нахрапом. Не давая нам никакого шанса на спасение. Так, надо зачищать, ребята, абсолютно сразу же всю эту зачистку делать. Давай, снайпер, иди сюда. Давай вот это вот все уничтожать с тобой. Так, кислоту уничтожаем. Подчищаем, как говорится, все это дело. Так. Так. Уничтожить там, точнее, зачистить. Вау, ты посмотри, сколько здесь, ребят. Это же просто жесть. Просто куча. Блин, не заметил, ребят, что там кислота у нас. Дубинку сюда поставим с вами. Да идите вы в баню. Надо, где их больше всего, этих шариков, ребят. Так, давай-ка мы вот так вот заменим с тобой прута. Так, здесь шарики уничтожаем. Здесь тоже уничтожим. Еще есть выстрел? Еще есть. Ребята, куда? Куда? Вот она и... Куда она полетела там, а? Засранка. Причем так спокойненько. Да что ж такое делает-то? Есть, хорошо. Фух, ребят, вроде бы справились. Хотя, не факт. Вторая волна идет. Так, давай здесь все по-быстренькому с вами зачистим, что успеем. Сюда вызовем прута. Здесь тоже кислоту надо убрать. А вон и говнюки, ребята, у нас летят на шариках. Мы их, естественно, должны сразу уничтожить. Так, кислоту подчищаем с вами. И уже расстреливаем этих девиц. Кто они? Стюардессы, наверное, я так понимаю. Фух, ребят, вроде справился. Но я вам скажу, было очень сложно. 2 звезды мы получаем, но, тем не менее, это все-таки какой-то прогресс уже. Так, новый зомби. Зомби с тележкой. Путник, который обосновался здесь надолго. В него тяжело попасть из-за горы багажа. Может обходить препятствия. Так, смотрим, как он это дело сделает. Да он не то что обходит, ребят, препятствия. Он их просто ломает. Причем у него здоровье 1200, урон 25. Даже несмотря на то, что он медлительный. Это будет, наверное, эпичный танк для этих миссий. Так, сколько у нас? Ой, мало денег, очень мало.
Ты закончил там обучение свое? Оу, 2 часа с лишним. 10, блин. Офигеть просто можно. Ну что же, наверное, будем приступать. Так, у нас собаки здесь. Ну, вроде бы нет лет... Ага, нет летающих, вон она, летит. Чувырла, блин. Тут теперь вот этот вот охламон будет, а? С багажом, блин, нервировать. Ну что ж, поехали. Будем смотреть. Так, 3 дорожки, хорошо пока. А не 4. Делаем по той же самой схеме, ребята. Вызываем. А, кислота, конечно же кислота. Как без нее, ребят? Давай, зачищай. Я же вызвал. Не, давай тогда прута вызовем сюда. Так, тут сделаем зачистку. Сразу же вызовем дубинку. И вот тут зачистку сделаем. Ой-ой-ой-ой, ну где мои? Так, некогда ждать, придется вызывать, ребят. Снайпера вызовем. И будем уже, как говорится, прикрывать тылы. Оу, собака. Собака бежит, ребята. Так, иди отсюда. Вот тебе и дай. Дай, палай. Надо перегородки, ребят, ставить на всякий все-таки случай. Кто его знает, что здесь сейчас будет. Как он будет вообще посмотреть? Вот он. Вот он, чувак, вышел с багажом. Давайте второго снайпера с вами возьмем. Да, этот хмырь еще тот даст нам, по-моему, трепу. Так, смотри, собаки что делают, а? Так, погоди, погоди, как это? Фух, повезло. Блин, надо вот этих вот на шариках уничтожать. Они не уничтожаются, ребята, уже с первого раза почему-то. Черт бы их побрал. Сколько же всякой срани здесь идет на нас. Ты будешь стрелять или нет? Главное, чтобы кислота, ребята, была позади нас. Точнее, даже не позади, а спереди. А никак не в середине, иначе будет офигенный урон получать, причем все будут. Куда ты вот летишь с этим шариком, а? Ну? Полетела она, блин. У меня здесь нет никого, поэтому, ребята, она и полетела. Причем спокойно. Так, ты какого лешего там бьешь мне баррикаду, эй? Фух, повезло, грубо говоря. Да ну нафиг, ты посмотри, что тут происходит, ребят. Я даже не знаю, что здесь делать, потому что просто кабардак. Так, давай вот это все соберем. Ой, один снайпер тут остался, его сейчас заколбасит, ребят. Хотя... Да, его заколбасили. Давай вот сюда. Блин, у меня вообще никого не осталось, вы представляете? Вообще. Я, конечно, как-то попробую здесь выстоять. Но я что-то сомневаюсь, что у меня что-то получится здесь. Давай сделаем зачистку. Иди отсюда своим багажом, приперся. Так, там у нас кислота. Перегородка здесь уже почикана. Давай сделаем здесь зачистку. Этого уничтожим. Попробуем, по крайней мере. Вот так еще сделаем. Все, мы его снесли, ребят. Ух. Если так дальше пойдет, я даже не знаю, как мы будем здесь, ребят, выживать. Ну, просто жесть какая-то. Да неужели, блин? Новый спецназовец у меня появился. И кто же это такой? Это у нас ниндзя. Давайте посмотрим, что он делает. Смотрите, ниндзя. О, этот идет, зомби. Понятно, он его бьет чисто вот этими вот катанами. Вооружен 2 мечами. Мечи наносят вдвое больше урона, чем дубинка. Постоянная атака тоже наносит много урона. Позволяет нашинковать зомби вблизи. Да, но это только ближних. Мне бы, конечно, желательно, чтобы мы издалека могли бы их подбивать. Ну, раз ниндзю дали, значит, он лучше, чем дубинка. А мы сейчас с вами... Ну что ж, давайте посмотрим, что у нас из себя представляет. А ниндзя, где он? Вот он. Смотрим. У него здоровье 255, урон 25. Сколько у меня получается урона? Так, и 200 он стоит голды. Где у меня прут? Вот прут. 242, но он раскачан, ребята. Так, ну вот если только вместо дубинки его ставить. Хотя у дубинки приличное количество здоровья. Даже и не знаю, что делать, ребят. Можно, конечно, можно попробовать его поставить вместо прута. Хотя бы на первый разок глянуть вообще, как это все дело будет происходить. По здоровью, конечно, он проигрывает. Если взять прут,
у которого 380 хп, и ниндзю, у которого 255, то это, конечно, в разы проигрывает. А вы знаете, что там кислота, и они дохнут как мухи именно в этой кислоте. Но, тем не менее, нужно будет, ребят, посмотреть. Ну что же, у нас 9-я миссия с вами. И, как говорится, вперед на танки, ё-моё. Так, у нас здесь опять же все те же самые зомби, которые были. Ничего абсолютно не поменялось, только все усложняется. Ах, не знаю, не знаю, дорого даже он стоит, ребят. Слушайте, я рискую, я, наверное, все-таки поменяю. Мы не будем с вами брать в этом уровне ниндзю, возьмем прута, как обычно. Он 150 стоит, все-таки по хп он лучше, да и по атаке он тоже лучше. Надеюсь, я об этом не пожалею, об своем выборе, так что поехали, ребята. Так, опять же у нас три дорожки, это хорошо все. Ну, естественно, сразу начинается с кислоты, но мы сейчас с вами вот сюда должны будем выставлять. Мы, короче, как делаем с вами? Вот сюда на второй ряд будем выставлять этих, и вот на первый будем уже делать перегородку. Я думаю, что это будет... Так, ё-моё! А вот это, ребята, уже плохо. Вот это уже плохо, потому что идет у нас девочка с фотоаппаратом. И вы знаете прекрасно, что она делает. Она просто-напросто ослепляет моих бойцов. Но почему-то здесь у нее не прокатил этот вариант. Как-то странно, но для нас это очень даже хорошо, что все оно так получилось. Так, делаем перегородки, ребята. Естественно, перегородки. Так, собаки уже бегут, да? Они уже бегут. Я уже это прекрасно вижу, я уже это понял. Так, иди отсюда, хорош уже слепить моих парней. Вот так вот. Ну что, не получается у вас перепрыгнуть, да, я смотрю? Блин. Все, сейчас будет заваруха, ребята. Она уже идет. Так, с шарами. Уничтожаем. Да почему же они такие крепкие-то? Я не могу их пробить, ребята, уже с первого раза. Просто не могу. Так, кислотники с багажами тут еще идут, а? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, сейчас тут будет все очень... Здесь, кстати, знаете, что я, ребята, сейчас подумал? Было бы совсем неплохо иметь какую-нибудь бомбардировку. Любую. Для вот таких вот именно глобальных зачисток. Потому что, ну, посмотрите, что происходит. Их просто тьма. Вот здесь, например, вообще давят меня массой. Посмотрите. Я не знаю, выстоят ли у меня солдаты. Так, здесь нужно зачистку сделать. Просто на пролом прут. Они у меня, конечно, пытаются тут туда отбиться, но, по-моему, безрезультатно. Черт, их побрал. Так, давай вот этих вот уничтожать. Да что такое, еще что ли волна там идет? Так быстро. Я еще с первой-то не закончил. Так, с багажом нафиг идите отсюда. Так, кислота, да, значит здесь, я смотрю. Пич. Блин, не могу, ребят, не успеваю пробить. Не успеваю, ну, будем пытаться. Хорошо. Ты куда летишь, морозот-то, а? Давай там завязывай. Так, здесь поменяем на целенького. Так, кислоту нужно, естественно, сразу убирать, чтобы мои солдаты здесь не погибали. Давай здесь тоже уберем. Да, ну здесь как-то у меня получилось в разы лучше сыграть, хоть и на 2 звезды всего лишь. Тем не менее, я этим результатом, ребят, доволен очень сильно. Так, давайте сразу же откроем, да, за 3 звезды. Так, 180 голды, плюс дробовик и рукавицы. И штурмовая винтовка. Было бы какая-нибудь такая фигня, ребята, чтобы у нас не было... Точнее, мы могли бы меньше получать урона от кислоты. Ух, поехали. Постараемся сделать все, что от нас здесь зависит. Что мы сможем с вами сделать. Давай, давай, зачищай ты там. Как-то ты вообще ничего, по-моему, не сделал, парнишка. Так, прут. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, что же я делаю-то, ё-моё, ребят. У меня здесь, значит, зомби бомбит, а я там прохлаждаюсь. Давай-ка вот сюда перегородку поставим. Пока. Ёлки-палки, я все, ребята, деньги протратил. Мне тут нужен снайпер, как вы понимаете, а я уже тут все профукал. Да. Это было очень плохо с моей стороны сделано. Что-то я вообще не так сыграл.
Ой-ой-ой-ой, я за это сейчас, ребят, поплачусь, поверьте мне. Сейчас вот это вот здесь накопится, и вся волна пойдет на меня. Ой, и я даже не смогу подбить летушку вот эту вот, потому что мне элементарно даже нечем. Смотрите, сейчас это еще будет слепить моих персонажей. Давай вот так попробуем. Еще и волна идет до кучи. Все, ребят, по-моему, приплыли. Вот это пролетит спокойно, без проблем. Да. Сглупил, ребят, стормозил, неправильно сделал. Как говорится, сам виноват. Да, покинуть уровень. Хорошо. Переигрываем обязательно с вами это дело. Поехали. Мне тут без снайпера на первых порах вообще никак, поэтому... Так, этот бежит, да? Давай мы здесь зачистку сделаем. Поставим сразу же дубинку. Блин, туда или сюда? Нет, вот сюда мы поставим дубинку. Сюда поставим перегородку. Так, мне нужен снайпер, поэтому ждем, ребята, снайпера. Так, вот здесь тоже сделаем зачистку. Блин, главное деньги не растранжирить. Мне нужен снайпер, еще раз говорю. Так, чуть-чуть не хватает, блин. Почему этот не бьет? Я не могу понять. Понятно, короче, ребята. Вот здесь я тоже... Вот снайпер у меня. Я опять же опростоволосился. Они не могут, видите ли, бить. Так, ты куда это подошел? Эй! Говна кусок, блин. Ты смотри. Пошел отсюда. Так, дубинка, давай сюда вставь. Так, отлично, пока хорошо. Уничтожаем эту кислоту. Так, минус. Минус. Ой, собака там. Да что ж такое-то, блин. Неужели опять проиграли, ребят? Да, есть такое дело, что можем сейчас тут встрять по полной программе. Куда ты бежишь? Давай дубинку сюда вызывать. И прута. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Наплыв обалденный просто. Так, давай вот здесь вот с тобой попробуем убрать многих. Так, вот здесь у меня мало защиты, поэтому надо здесь... Где кислота? Кислота тут везде практически, ребят. Да что ж ты будешь делать? Вообще ничего не понимаю, что тут происходит, ребят. Вообще, вот как вот в такой вот куче ты что-то можешь вообще разобрать? Я не знаю. Это просто нереально. Она слепит. Ах ты, говнюха здесь. Где-то она тут сидит. Не вижу, ребят, по-моему, ее убили мы. Так, давай, иди чисти. Сюда, естественно, ребята, вставляем охрану. Опа, опа, опа. А где мой снайпер-то? Я что, снайпера, что ли, убрал? Вот дурила, а. Ребят, я взял снайпера, убрал. Своего же снайперка взял и убрал самолично, блин. Поставил сюда, называется, перегородку. Так, давай попробуем. Так. Так, здесь нужно зачистить. Давай, выходи. Снайпер пошел. Ой, снайпер. Так, выставляем сюда. Здесь нужно опять же все успевать зачищать. Ой, сколько тут собак. Сейчас будут оглушать, по-моему, да, ребята? Будут. Они это и делают уже. Так, ой, пролетает, пролетает, ребята, все. Ай, вот это да. Но тут я, конечно, опять же лопухнулся. Да хочу, хочу я это пропустить, все. Блин, автоматчик тоже нужен. Даже не знаю, что сделать. Блин, может быть, снайпера нам убрать? Да нет, он тоже хорош. Он просто хорош. И автоматчик нужен. Блин, мне нужен, ребята, слот вот этот вот. Все, ребята, вот теперь у меня есть слот. И вот сюда я как раз буду брать уже автоматчика. Потому что без него мне тут сложновато. Так, ну что, давай мы его сюда поставим. Так, отлично. Надеюсь, сейчас у нас дела пойдут в гору. Посмотрим. Так, ну, естественно, начинается все с кислоты. Как же без нее-то, ё-моё. Без нее никак. Так, дубинка у меня выставляется вот сюда. Потому что я в кислоту не буду его пока отправлять. Так, у нас идет уже на третьем ряду. Давай вот так вот сделаем. Все-таки умудрился как-то вляпаться, да, в кислоту. Гаденыш. Так, где мой снайпер? Давай быстрее, там уже летунка летит. Летунка летит и... Да подожди ты. Так, погоди, погоди, куда ты там? Я же сказал, выходи, пруд. Шарики эти уничтожаем сразу же. Так, хорошо, пока ничего не надо делать. Да что, почему я этого гада-то беру постоянно? Я не могу понять, как он мне в руку-то, елки-палки, попадает.
Тут с этими совойскими нафиг нам тоже не нужен парень. Так, кислоту надо здесь подчистить. И вот теперь я, ребята, буду из автомата уже бомбить. Давай, 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 расстреливай. Тут надо подчистить. В кислоте прям стоит. Эй, какого лешего ты стоишь-то там у меня? Так, зачищаем. Бегут, бегут, ё-моё, неуклюже, блин. Давай вот это вот все здесь, что сможем с вами. Так, автоматчик, ёлки-палки. Проконтролирую, называется. Ах ты! Только сейчас, ребята, вспомнил, что я хотел с вами взять какую-то поддержку боевую. Ну, типа гранаты, бомбы или что-нибудь такое. И забыл же это сам сделать. Хорошо, пока попробуем так, ребят. С багажами нам нафиг здесь не нужно, согласитесь. Так, хорош там моих ребят уже там оглушать. Так, кислота, да? Надо зачистить обязательно ее. Пошли отсюда. Иди. Кислоту зачистили? Зачистили. Все, молодцы. Так, подожди, что ты делаешь? Так, эти шарики поганые. Мне кого-нибудь здесь можно? Можно, ребята, вот сюда поставить. Пошла. Так, с шариком летит, да? Нечего тебе здесь делать. Тебе здесь не рады. Сюда я поставлю вот автоматчика. Так, кислота. Там в кислоте у меня стоит бродяга бедный. Киснет, так скажем. Так, давай. Оу! Ничего себе тут. Ё-моё, тут смотри, сколько собак. Всякой шелухи. Ха-ха, зачищаемся, ребята, как можем. Как только можем, блин. Так, хорошо, пока вроде бы идет у нас. Ну что, ребят, я вам скажу, здесь у меня вообще на ура все получилось. Но опять же, дают только 2 звезды. Видимо, кто-то погиб или у кого-то очень мало здоровья осталось. Так, да ладно, еще не хватало здесь вот этой зомби-танцовщицы. Ну-ка, что она тут пляшет, я смотрю. Танцует, если это можно назвать танцем. Похоже, что ее поусиливают зомби вокруг. Убейте ее из снайперской винтовки. Понятно, ребята, короче, этот зомби стоит у нас сзади. Вот здесь вот. Сзади всех зомбарей будет. И, короче, она будет укреплять зомбарей, видимо, на скорость, на силу, на защиту. В общем, короче, мы жили с вами хреновенько. Теперь будем еще хуже жить из-за вот этой вот вспомогательной поддержки именно для зомбарей. Ну, а на этом, пожалуй, ребята, мы с вами будем завершать эту серию. Всем большое спасибо за просмотр. Обязательно увидимся в следующем выпуске и продолжим играть в эту игру. Так что, всем пока и до скорого!